утро, друзья! Поговорим сегодня о консервах, точнее, об их таре. Универсальный и надежный способ сохранения мясных консервов, овощных и, конечно, молочных деликатесов в виде сгущенного молока, например, обеспечивается благодаря наличию обычной, но очень практичной консервной жестяной банки. Первые в мире консервы – утки, зажаренные и забальзамированные оливковым маслом в глиняной чаше из двух склеенных половинок, нашли при раскопках гробницы фараона Тутанхамона в Египте. Возраст артефакта – 3000 лет. При этом содержимое оказалось относительно годным для употребления. Началом использования такой необычной тары, герметичных емкостей из жести, считают дату 25 августа 1810 года. Именно в этот день британский изобретатель Питер Дюрант получил патент на свою оригинальную находку. История этого изобретения невероятно увлекательная. Многие полководцы сталкивались с непростой проблемой хранения провианта в период ведения военных действий. В частности, в 1795 году Наполеон предложил своим соотечественникам сумму премии за изобретение простого и доступного способа сохранения еды, пообещав награду в размере 12 тысяч франков. При этом стоит отметить, что в 1813 году британская армия уже начала пользоваться первыми поставками продовольствия, состоящими из удобных разовых консервных банок. Россия тоже не отставала от всего мира, и в 1870 году в Петербурге на заводе консервов «Франца Азибера» начали выпуск первых отечественных консервов, упакованных в жестяные банки. Технологи использовали универсальный способ француза «Апера», который казался им необыкновенно прогрессивным. Также интересно будет узнать, что в мире в настоящее время используют практически более 600 видов и размеров этой удобной тары. Праздник 25 августа, возможно, покажется многим несерьезным, но нельзя недооценивать изобретения, столь актуальные во все времена и несущие огромную пользу людям. Теперь полакомиться вкусной едой можно и в тех случаях, если она куплена давным-давно и не хранилась в холодильнике, а еще есть возможность отправляться в дальние походы и разведывательные экспедиции даже летом, ведь всегда можно перекусить и вкусно, и сытно, и без риска отравлений. Овны, будьте внимательны в ведении документации, работе с электричеством и на тренировках. Оздоровление организма – это исключение вредных привычек. Тельцы. Нежелательно отступать от намеченных целей. В творческой сфере применяйте амбиции, а вот самодеятельность в плане лечения не приветствуется. Близнецы. Выполнение новых заданий застопорится. Полезно использовать старые знания, покопаться в интернете. Любовный роман сойдет на нет. Раки. Вы будете купаться в море радости и удовольствий. Но далеко не заплывайте. Эмоциональные всплески нужно держать под контролем. Не исключены денежные поступления. Львы. Вы будете находиться в эпицентре событий, но чужой жизни. Новая компания, знакомства, откровенные разговоры – все это закружит каруселью. Есть возможность укрепить финансовое положение. Девы. Сфера деятельности может кардинально поменяться. Хотя это не удивительно, ведь вашей мечтой было устройство на другую работу. Неблагоприятно сложатся дальние поездки и перелеты. Весы. Вас засыплют комплиментами. Дело в том, что работа пошла в гору, а начальство уже выписало премию. Удачной окажется поездка за город, возможно, интересное знакомство. Скорпионы. Одиноких ждет встреча с человеком, который надолго задержится в судьбе. Друг или любовник? Об этом пока неизвестно. Вы в отличной форме, и жизнь вам улыбается. Стрельцы. День решения вопросов. Некоторые проблемы будут напрямую связаны с коммерцией, другие – с личной жизнью. Климат для продвижения по карьере благоприятен. Козероги. Вам придется вывернуться наизнанку, чтобы доказать кому-то из друзей правду. Зато в будущем вам не нужно будет доказывать, что вы победитель. Водолеи. Ни с кем не говорите о своем положении на работе. Это чревато сплетнями и казусными ситуациями. Благоприятно пройдет лечение давней и затяжной болезни. Рыбы. Гороскоп советует побыть дома и отдохнуть. Не следует брать на себя груз работы и лишних обязанностей. Полезными окажутся водные процедуры, массаж и релаксация.
Доброе утро, уважаемые жители и гости нашего славного Саранска и нашей республики Мордовия. Сегодня мне хотелось бы рассказать вам об истории создания органов внутренних дел на территории республики Мордовия, тогда еще уездного города Саранска, относящегося к Пензенской губернии. Итак, год 1917. Свершилась февральская революция. И первым же указом Временного правительства было упразднение царской полиции. Вместо нее разглашается народная милиция. Вообще слово «милиция» оно у нас живет давно в народе. Еще в 1812 году, когда русские войска воевали с французскими войсками, не хватало сил, и народ шел в ополчение. Офицеры, это были дворяне, шли со своим оружием, со своими лошадьми, с конями, а крестьяне шли в рядовые, в пешие. И это народное ополчение и называлось милиция. По окончании военных действий ополченцы возвращались домой, те, кому посчастливилось остаться в живых. А армия продолжала воевать и сохранять целостность нашего государства. Вот так вот, милиция – это, конечно же, прежде всего, народное ополчение. Итак, год 1917. В Саранск приходит телеграмма Саранскому совету рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Все советы рабочих и солдатских депутатов учреждают рабочую милицию. Рабочая милиция находится всецело и исключительно в ведении Совета рабочих и солдатских депутатов. Военные и гражданские власти обязаны содействовать вооружению рабочей милиции и снаряжению ее техническими силами, вплоть до снаряжения ее казенным оружием. Народный комиссар по внутренним делам Рыков. Петроград, 28 октября 1917 года. По нынешнему стилю это 10 ноября. И только в 18 году, 15 февраля, в здании учительской семинарии открывается объединенный уездный съезд советов рабочих, солдатских, крестьянских депутатов. Началось формирование властных структур на местах. Первым председателем исполнительного комитета и комиссаром внутренних дел был назначен Федор Семенович Каплев. Начальником уездной саранской милиции стал Илья Тимофеевич Сергеев. Кстати, бывший прапорщик царской армии. И несмотря на то, что наши большевики и революционеры отвергали все царское, Сергеев нашел место службы и при этой власти. Оказывается, будучи прапорщиком царской армии, он был бухгалтером. И ему много раз доверялась казна. И оттуда не пропадало ни копейки. Так вот, за свою честность, за свою порядочность Илья Тимофеевич заслужил право возглавить Саранскую городскую уездную милицию. Впоследствии он освоил и это ремесло, и с достоинством внес свою службу, и привнес в нее много-много полезного и хорошего. Ну, а наша милиция, что было с ней? Наряду с милицией охраны общественного порядка осуществляла Красная гвардия, созданная прежде в городах Ордатове, Темникове и красноармейские отряды в Саранске и Рузаевке. Для вооружения этих формирований изымалось вооружение у старой полиции. Милиционеры Временного правительства также обязаны были отдать оружие новым милиционерам милиции, рабочей крестьянской милиции. Надо сказать, что с вооружением вообще было худо. С обмундированием еще хуже. На этой картинке мы видим, как выглядели наши первые милиционеры. Старые солдатские шинели, в которых они воевали на немецко-русской войне. У кого-то сапоги, у кого-то ботинки, а у кого-то и вовсе лапти. С обмундированием в уезде очень сложно. Вплоть до 19 года и с оружием на отряд из 5-8 человек была всего одна винтовка и один наган. А воевать приходилось и с белочехами, и с белогвардейцами. Кулацкие бунты подавлялись также сотрудниками органов внутренних дел, нашими милиционерами. Бунты, голодные бунты, чепанные бунты – это все то,
в давлении чего приходилось участвовать нашим сотрудникам. Наши милиционеры плохо обутые, плохо одетые, без положенного им жалования, порой даже без продовольственного пайка. Как я уже говорила, с вооружением на отряд из 5-8 человек, один наган и одна винтовка. Продолжали служить, нести свою службу на благо молодой советской родины, на благо своего народа.